Всем привет! Это программа «Дополнительное время», и я ее ведущий Кирилл Васенин. Подошла к концу не только рабочая, но и спортивная неделя. Давайте вместе вспоминать лучшие моменты, имена спортсменов и победный счет. Поехали! 10 апреля в Нижегородской области завершились соревнования по бадминтону. В рамках межрегиональных и всероссийских официальных соревнований по спорту глухих на 2018 год. Саров на состязании представляли воспитанники молодежного центра Арсений Кудашкин и Артем Парамонов. И, кстати, Артем Парамонов занял 3-е место в парном мужском разряде. Это успех. Так держать. Серьезное развитие в последнее время переживает футбол у совсем юных спортсменов. Те, кому исполнилось 5 и чуть-чуть больше. Наши юные спортсмены стали призерами чемпионата школы Росатома по футболу 5+. Зональный этап проходил в городе Заречном. Саров представляла команда детского сада номер 6 в составе Михаила Ломовского, Степана Артемова, Романа Милова, Дмитрия Сидорова, Ярослава Чеснова, Тимофея Пронькина. Ребята поднялись на вторую ступеньку пьедестала почета. Федерация плавания Сарова объявила конкурс на создание логотипа для собственной федерации. Могут принять участие все желающие. До 30 апреля нужно отправить свои варианты макетов председателю федерации Александру Баринову вот по этому адресу. Либо принести в электронном виде в кабинет 206 бассейна «Дельфин». И, кстати говоря, помимо того, что победитель, так сказать, увековечит себя, так еще и получит денежный приз, поэтому есть за что бороться. Дерзайте! 8 апреля в Кстово завершился 20-й традиционный турнир класса «Б» на призы ООО «Лукойл Нижегород Нефти Орг Синтез» по боксу. Воспитанники «Дюши Кар» блестяще выступили на этих соревнованиях. В своих весовых категориях места распределились следующим образом. Анучин Илья – первое место, Серов Артем – первое место, Житков Максим – второе место, Карасев Александр – первое место, Веряскин Иван – первое место, Улимов Семен – первое место, Чугунов Даниил – первое место, Власов Никита – второе место. Тренируются ребята Виктор Шлипогин, Вячеслава Дронова и Анатолий Зайцев. 8 апреля завершилась финальная серия игр плей-офф первенства Нижегородской области среди мужских команд первой лиги. ХК «Саров Инвест» сражались за главный трофей соревнований с ХК «Сеченова» до 3 побед. О том, как прошел матч и кто же чемпион, смотрите в нашем сюжете. Это чемпионство стало по-настоящему долгожданным. Почти 8 лет «Саров» не был представлен на хоккейной карте области. В 2017-м наши спортсмены вернулись и сразу громко заявили о себе. Триумфальное шествие в регулярном чемпионате, блестящее выступление в плей-офф и, как результат, красивый финал. ХК «Саров Инвест» в 3 матчах обыграл своего соперника из Сеченова. Конечно, ребятам тяжеловато Сечен, все-таки 2 пятерки играют. Наши прочно в зоне играют хорошо, молодцы. Комбинации хорошие. На уровне высшей лиги. Поляков нормальный, Румынин хорошо играет, нормально ребята играют. Комбинации хорошие, получается. Отлично играют, молодцы. Какой счет будет? 20 надо забить сегодня. Я думаю, за 10 будет, ну, где-нибудь 12-13 еще набьют. Так, кубок наш. Я еще Бардарте вам сказал. Наш будет, наш. Во втором матче финала на выезде в Сеченово наши спортсмены поставили рекорд сезона, забив сопернику за одну игру 23 шайбы. В последней, 3-й встрече уже у себя дома саровчане решили не снижать темп и отправили в ворота гостей 21 шайбу. Сеченовцы смогли ответить лишь 7. Команда Сеченова – это очень достойная команда. Она вышла в финал, то есть это уже показатель. В полуфинале они обыграли Виксу, достаточно сильную команду, поэтому мы настраивались, мы сделали максимум. То, что хотелось, конечно, не получилось. Да, мы расстроились, у нас нет основного вратаря, поэтому линия обороны, линия вратарская была слабая. Причина все из-за этого. От этого и настрой нашей команды на эту серию. То есть первую игру где-то мы зацепились, там постарались, но у нас физических сил не хватило. Команда «Саров» более свежее, быстрее, количество их народу больше. Закономерная победа и заслуженный кубок. Поздравления с чемпионством саровчане принимали дома на своем льду. Вручить главный трофей лидеру в наш город приехал исполнительный директор Федерации хоккея Нижегородской области. Практически 8 лет отсутствовала команда Сарова на областном уровне. И вот после 8-летнего перерыва команда «Саров Инвест» заняла 1 место среди мужских команд первой лиги. Сразу дебютант занял 1 место. Я от всей души поздравляю эту команду, болельщиков, с этой победой. Рады поздравить нашу команду «Саров Инвест» с убедительной победой. И мы рады тому, что хоккей у нас в Сарове продлился практически до конца апреля. Сегодня мы обязаны выразить глубокую признательность
компании «Саров Инвест» за то, что существует такая команда, за то, что команда очень здорово себя проявила в этом сезоне. Поздравляю нашу команду с победой. Мы рады, мы горды за вас, за наш саровский хоккей. Обещаем в будущем стремиться работать во благо нашего города и развивать спорт. С победой! Хотелось бы сказать спасибо администрации Ледового дворца и администрации города. Они тоже в нас поверили, дали нам возможность, дали шанс. Естественно, хочу сказать огромное болельщикам спасибо, потому что без их помощи, без их поддержки ничего бы не получилось. Ну и, конечно же, самое главное сказать спасибо огромное Павлу Владимировичу Харитонову, который поверил в нас, собственно, выделил какие-то средства для того, чтобы эта команда существовала, выигрывала и добивалась каких-то результатов. В следующем сезоне хоккейный клуб «Саров Инвест» обещает не сбавлять обороты и продолжать радовать болельщиков своими победами. А значит, впереди нас ждут захватывающие игры и яркие спортивные эмоции. Ирина Вышегородцева, Владимир Есенников, Александр Мальков, служба новостей «Саров-24». В выходные нужно с пользой потратить время и заняться спортом. В эти выходные можно отлично покататься на коньках. Массовое катание в Ледовом дворце начнется и в субботу, и в воскресенье в 8 вечера. Всех любителей футбола 13 апреля ждут в спортивном комплексе в НИЭФ. В 9 вечера там начнется матч за третье место в открытом первенстве РФЭАС в НИЭФ по мини-футболу. Встреча за звание чемпиона начнется в 22 часа ровно. Соревнования памяти Владислава Кугукина пройдут 14 апреля на дороге к Аргинскому водозабору, начало в 10 утра. Старт и финиш на пересечении тропы здоровья и дороги к водозабору. Самые длинные дистанции 4 километра. Заявки от участников подаются в главную судейскую коллегию за 30 минут до начала соревнований. На этом все. Актуальные спортивные новости нашего города смотрите в программе «Дополнительное время». Всем побед! Пока!